Друзья, всем привет! В сети появилась информация о GST-B600, и судя по информации инсайдеров, новинка станет самой компактной в линейке G-Steel. Передает Casio Blog. Продажи начнутся в конце февраля, начале марта, так что ждать осталось недолго. Тем более, уже есть качественные рендеры корпуса, которые внушают доверие. Когда мы увидели размеры будущих новинок, а это 41,4 мм на 42,3 и на 11,4 мм, то сразу подумали, точно ли это G-Steel. Чтобы вы понимали, предыдущее поколение GST намного крупнее по размерам. Похоже, инженеры превзошли ожидания по уменьшению корпуса стальных шоков, и теперь появился идеальный вариант в металле для некрупного запястья. Вес часов на ремешке всего 60 грамм, на стальном браслете 135 грамм, безельная часть корпуса состоит из двух частей, верхняя выполняет декоративную функцию, а нижняя – защитную. Сверху безель крепится четырьмя винтами, все как у G-Steel. Не уверены насчет карбон-кагат, как у прошлых GST. В источниках нигде не упоминается карбон в качестве материала внутренней оболочки для модуля. Узнать наверняка можно будет только после официального пресс-релиза серии. Циферблат тоже пришлось урезать. Больше нет знаменитого окошка режимов и уровня заряда аккумулятора с брутальным дизайном, да и электронный дисплей теперь совсем уж в кавычках похудел. Для эффекта глубины дизайнера сделали симметричную вставку по центру циферблата и оставили ступенчатые часовые метки. Жаль, не добавили секундную стрелку. Функционал особых изменений не претерпел. Солнечное питание, Bluetooth, мировое время, секундомер, таймер, будильник, календарь, двойная LED-подсветка, 200-метровая водонепроницаемость. Ценник обещают в диапазоне от 300 до 350 долларов США, в зависимости от модели. Самые дорогие GST-B600D с стальным браслетом. Всем спасибо за внимание. Внизу под видео, как всегда, ссылка на официальный магазин японского бренда Casio, где вы можете выбрать и приобрести новинки часов. Качественных вам покупок. Всем нам мира и добра. Будьте здоровыми и счастливыми, друзья.